Свет, камера, мотор, начали. Все чаще и чаще звучат на территории нашего региона эти слова. И 19 июля снова был дан старт съемкам художественного фильма «5 минут тишины. Новые горизонты». Он рассказывает о непростых буднях спасателей, сотрудников подразделения МЧС. По сюжету сериала «Карельский поисково-спасательный отряд» 42-21 получает новые назначения. Он должен срочно передислоцироваться на базу под Ульяновском. Пусть ульяновцы не пугаются количеству всяких происшествий, которые обрушатся на их город в нашем сериале. Наша задача показать, насколько местные силовые службы готовы к ликвидации любых неприятных последствий в любых ситуациях. В принципе, все проблемы, которые происходят с нашими героями, они происходят либо по дурости, либо это форс-мажорные обстоятельства. И мы ни в коем случае не пытаемся уронить репутацию региона как региона мирного, безопасного, наоборот. Хотим подчеркнуть, что все проблемы решаются быстро. По словам режиссера фильма Игоря Драка, это один из немногих проектов на канале, который требует больших вложений и физических, и финансовых. Потому что в сериале много экшена, погонь и катастроф. Ну, сегодня, слава богу, день лайт. У нас сегодня обычные игровые сцены, которые имеют отношение больше к горизонтальной линии наших героев, нежели к их приключениям. Приключения у нас, по-моему, завтра же. Съемки сериала будут проходить на разных площадках Ульяновска, таких как Президентский мост, ветрогенераторы, песчаные карьеры. Многочисленные сцены с происшествиями на воде, конечно, снимут на Волге. В главных ролях сериала Роман Курцин. На съемочную площадку он был приглашен в первый день съемок. Думаю, снимем классный новый сезон и уверен, что зрителям понравится. Я читал сейчас 3 серии, которые уже прислали и по которым мы начинаем работать. Это хорошо, будет много экшена, новые герои, много чего интересного. Мы постараемся сделать хороший продукт. Напарница Романа Курцина – молодая актриса Никита Дубровина. Она главная героиня ульяновского сезона и играет ульяновскую девушку. Также в первом же кадре мы увидели ульяновского актера молодежного театра. Я работаю в Ульяновском молодежном театре. Появилась замечательная возможность попасть в данный проект, в данное кино. Играю я Чемоданова Илью Петровича, собственно, просто Зука. По кличке Зука. Да, по кличке Зука. Как правило, в сезон входят 24 серии. Уже точно известно, что 12 будут отсняты в Ульяновске. Но, по словам режиссера, есть большая вероятность, что съемки и других 12 серий тоже будут проходить здесь, только в зимнее время. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.